Требовал деньги за то, что не уволят и продолжат платить зарплату. В этом обвиняют директора Центра адаптации для лиц без определенного места жительства. По версии следствия, в Чебоксарах обвиняемый ежемесячно требовал от двух своих подчиненных взятки на общую сумму свыше 120 тысяч рублей из получаемой ими заработной платы за продолжение ее начисления в соответствии с установленной ставкой и за неувольнение их занимаемых должностей. Все были вынуждены выполнять эти незаконные требования, опасаясь негативных для себя последствий. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ходатайство следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также наложен арест на находящийся в его собственности автомобиль Volkswagen Polo.